Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как в приложении Google Фото можно удалить какой-то аккаунт. Итак, открываем Google Фото и нажимаем на вот сюда вот на аккаунты. Далее нажимаем на стрелочку и выбираем управление аккаунтами. И теперь у меня здесь два аккаунта, мы можем удалить с устройства, например, вот этот. Нажимаем удалить. И теперь у нас здесь добавлен только один аккаунт. Его также можно, если вы хотите, удалить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.